для России. Они одни из лучших, и прямо сейчас на нашей трассе оказывается за наших следующих спортсменов номер 78. Это Гондусов Владимир, представитель столицы нашей родины, город Москва. Номер 55, уже знакомый нам Леонтьев Юрий, Чебоксары, Чувашская республика. И, наконец, Юрченко Дмитрий, номер 22. Это Молодой. Эти автомобили словно по рельсам проходят нашу трассу вот в этом вот замечательном драйве. Напоминаю, что в рамках этого заезда гонок вы можете увидеть на этом автопортале, я думаю, уже ближе к вечеру. Также говорю спасибо нашим информационным партнерам Авторадио Чебоксары, журнал «Автовестник» и радио FFM Чебоксары. Не забудем также поблагодарить компанию «Луи Тур», официальные зрители всех категорий транспортных средств, от мотоцикла до автобуса. Ну и также в заключение говорим спасибо крестьянскому хозяйству. Егор Санин из Ульяновска, и отдельно меня просили отметить его. Дело в том, что это молодой человек, ему всего 17 лет, но он является чемпионом Европы, самым молодым чемпионом Европы в мире. И этот спортсмен является украшением нашего этапа. Напоминаю, номер 20. Номер 30, Саргиров Айрат. Это человек, который занимал на первом этапе Кубка России третье место. И мы будем болеть за него и дальше. И, наконец, номер 27. Это Богданов Леонид из соседней и дружественной республики Мариэл. А наши судьи уже готовы к тому, чтобы отдать старт. И прямо сейчас бензина будет сжигаться литрами, друзья.
уважаемые друзья. Именно эти спортсмены представляют человек, действительно является самым молодым чемпионом Европы. Всего 17 лет парню, и он прямо сейчас идет на первом месте очередного заезда основного этапа в классе.